чего начинается Родина? Чего? Сергея Жукова в сельском клубе. Родина начиналась с сигарет поштучно, с портфелей Исимича, Грудина и я неразлучны. Она настигает меня очереди в больнице, она ставит меня на учет в милиции. Снимайте обувь, снимайте верхнюю одежду, хлопайте ладоши, поправьте на надежду. Родина шлет мне повестки из военкомата, Родина встречает меня в дом по игровых автоматов. Береза стоит и качается, здесь Родина началась и никогда не кончается. Она говорит: гордись Пушкиным и Федором Достоевским, Сергеем Есениным и Александром Невским. Но не имеет значения, что там было давно. Сейчас ты Родина для тебя, сейчас ты для нее. Она оперативно сообщает по рации: ловите этого парня, у него нет регистрации. Ты свободен, не нравится, можешь сделать ноги. И на этом вроде нас заканчивалось у многих. Выходя на пенсию, сразу заказывай грудь. Старикам здесь не место, это твой гороскоп. Считая золотого теленка, я никогда не добился успеха. Мне всегда хотелось, чтобы Бендер уехал. Но в книге все всегда заканчивалось плохо. Выходят люди, на дворе все наша эпоха. Белая береза стоит молчаливо, по телевизору свет, а в душе тоскливо.